Ой-ой-ой, здесь Евгений Воронов падает. Просто как-то запутался он в ногах. Энтони Рэндольф говорит: наконец-то нет. Хоть чем-то повеселили публику. И уже это данк, точно, да, ходит кольцо. Энтони Рэндольф, творец момента, поставил прекрасный блокшот и тут же положил мяч сверху. Ну вот это желание после блокшота так пробежать через всю площадку, чтобы оказаться на острие атаки.